Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции напомнили посетителям подразделения Федеральной службы судебных приставов о безопасной перевозке детей в автомобилях. Дорожные инспекторы призвали граждан быть предельно внимательными при управлении автотранспортом, соблюдать скоростной режим и отказаться от опасных маневров на дороге, особенно когда в машине находится несовершеннолетний пассажир. Особый акцент был сделан на необходимости использовать детские удерживающие устройства, правильно подбирая их по росту и возрасту.